Приветствую вас, дорогие друзья! Уже больше года на основном канале не было полноценного выпуска, посвященного видеоиграм. Сегодня я решил исправить сию несправедливость, и это уже третий выпуск про Nintendo 64. Поводом сделать это видео стало наличие у меня новых игр на эту замечательную консоль. А надо признаться, что с момента прошлого выпуска их набралось немало. Хочется начать с игры FIFA 99. Вообще-то я не фанат футбола, но ко мне часто приходят друзья, которые виртуальный вариант этого спорта очень любят. А поскольку у меня Nintendo 64 с двумя геймпадами, я взял ради этих целей эту игру. Ничего определенного про нее сказать не могу. По мне футбол как футбол. Купил ее в магазине VG за какие-то копейки. Туда же можно отнести и игру World Cup 98, посвященную чемпионату мира по футболу во Франции 1998 года. Но в этом случае могу сказать немного больше. У игры есть интересная заставка, в которой символ того чемпионата, некий петух Футикс, бегает по футбольному мячу на фоне флагов стран, которые в этом чемпионате участвовали, под песню «Tap Thumping» группы Чумбавамба. Также купил этот картридж в магазине VG задешево. Следующая игра — это рестлинг под названием WF Amplitude, как ее называет старина Дач. Наклейка на картридже у меня малость подсорвана. Брал эту игру исключительно из-за интереса, как же файтинги на Nintendo 64 выглядят. Я, честно говоря, на эту платформу сходу могу вспомнить разве что Mortal Kombat и свой эксклюзивный файтинг про Зену Королеву Воинов, который, я надеюсь, придет ко мне этой весной. Про сам рестлинг могу сказать немного. Собственно, рестлинг как рестлинг. И можно поиграть за самого Дуэйна Джонсона, известного как Скала. Купил в магазине PlayUDT за достаточно вменяемые деньги. Со спортом и ему подобными мы закончили и переходим к более интересным играм. И следующая на очереди у нас GEX 64 Enter the Gecko. Опять же, в прошлых выпусках я упоминал такой факт, что в названии игр, выходивших на Nintendo 64, любили добавлять цифру 64 в названии. И GEX не стал исключением. Забавно, что у меня в коллекции есть вся трилогия о Геконе Гексе. Первая часть на 3DO, вторая часть на Nintendo 64 и третья часть под названием Deep Cover Gecko на первом PlayStation. Собственно, сам порт второй части Гекса на Nintendo 64 мало чем отличается внешне от версии для персональных компьютеров и PlayStation. Однако есть одно большое но. Это подача сюжета. На ПК и PlayStation в игре были видеоролики, и требовать их от Nintendo 64 было уже чересчур. Тем не менее, я надеялся на катсцены, сделанные на движке игры, или хотя бы картинки с текстом. Но в самом порте нет вообще ничего подобного. Весь сюжет описывался в мануале, которого у меня нету, поскольку я взял голый картридж. По сюжету, всеми любимого Геккона Гекса вербует одна организация, сделав его спецагентом, почему Гекс в игре одет в смокинг. После чего ему предстоит вернуться в медиа-измерение и вновь сразиться с злодеем Резом, путешествуя по различным телепрограммам, например, таким как «Театр кунг-фу», пародии на все азиатские фильмы про единоборство разом, или «Крик ТВ», пародии на все классические фильмы ужасов. Стоит отметить, что во всех играх серии американской версии Гекса озвучивал Данна Гулт. Однако в Enter the Gecko версии для Великобритании главного героя озвучивал Лесли Филлипс. И забегая далеко вперед, скажу, что в Deep Cover Gecko для все той же Великобритании Гек заговорил голосом Дэнни Джон Джулса. Когда-то про эту игру я уже рассказывал в своем видео топ-10 игр для консоли Sony PlayStation по версии Барина. Напомню, что одним из композиторов данной игры был Курт Харланд. Сам картридж купил в магазине VG достаточно дешево.
Toy Story 2 Buzz Lightyear to the Rescue. Давно хотел взять себе эту игру по мотивам культового мультфильма от Disney Pixar, и вот наконец-то до нее дошли руки. Как и в оригинале, шерифа Вуди похищает некий Эл Маквиген, и Buzz Lightyear отправляется его спасать. Сразу видно, что в некоторых местах на Nintendo 64 провисает FPS. Это несмотря на наличие у меня Expansion Pack. Игра явно интересна и в дальнейшем надеюсь ее пройти. Заказывал эту игру в магазине PlayODT. Следующая игра случай для Nintendo 64 достаточно уникальна. Дело все в том, что стратегии в реальном времени на эту консоль можно по пальцам одной руки пересчитать. И всем на ум сразу же придет StarCraft 64. Ну и ту он выходил только в Северной Америке и Австралии. А вот Command & Conquer 64, о котором мы сейчас поговорим, выходил в том числе и в Европе. Сама игра мне чем-то напомнила Дюну 2000 для первой PlayStation, поскольку у обоих игр один разработчик, это Westwood Studios, и CNC64 тоже выполнена в полигональной 3D-графике. Проблему видеороликов, которыми так славилась серия Command & Conquer, решили посредством брифингов, на которых нам показывают фотографию командира и сопровождают ее звуковым сообщением от него же. Как и почти в любой CNC, на выбор у нас две фракции. С одной стороны Глобальный совет безопасности, известный как GDI, а с другой – Братство Нот, которые ведут борьбу друг с другом за ресурс под названием Тиберий, имеющий внеземное происхождение. При условии того, что игра вышла на Nintendo 64 в 1999 году, она использует батарейку для сохранений, что нетипично для более поздних игр на эту консоль. К тому времени уже вовсю использующие для этих целей карту памяти под названием Controller Pack. Заказал я эту игру также в магазине PlayODT. Теперь настало время перейти к шутерам от первого лица. И наконец-то в моей коллекции появилась игра Turok Rage Wars, являющаяся неканоничной игрой серии. Сей шутер представляет из себя своеобразный аналог Quake 3 Arena и Unreal Tournament для владельцев Nintendo 64. С тем только отличием, что у нас множество бойцов изначально скрыто. И чтобы их открыть, нужно победить этих бойцов как боссов. Нечто подобное было и в первом Unreal Tournament, где после победы над финальным боссом Заном Кригером он открывался как играбельный персонаж. К сожалению, в большинстве шутеров на Nintendo 64 очень неудобное управление, и Rage Wars в этом вопросе не стал исключением. Купил эту игру в магазине VG по очень дешевой цене. Duke Nukem 64 представляет собой порт культового шутера. Что сразу бросается в глаза, так это немного другие текстуры. И теперь перед игрой нам демонстрируют что-то вроде вступительного ролика, объясняя предысторию старины Дюка. Вопрос, который волновал многих. Что произошло после окончания игры Duke Nukem 2 и как ядерный герцог оказался на крыше здания в Лос-Анджелесе, который захватили инопланетяне? Что хотелось бы отметить из негативных моментов, так это полное отсутствие музыки. То есть у нас, кроме заглавной музыкальной темы в меню, и в ролике предыстории, дальнейшая игра идет без музыкального сопровождения вообще. Второй негативный момент – это цензура. Например, второй уровень первого эпизода под названием Red Light District версии для Nintendo 64 называется Gun Crazy, где вместо порномагазина находится магазин с оружием, а вместо стриптиз-бара – какой-то склад. При этом в игре как персонажа отсутствуют стриптизерши. И это очень обидно. Не знаю, в честь чего была эта цензура. То ли из-за так называемой семейной политики компании Nintendo, то ли еще по каким-то причинам. А так, это все тот же старый добрый Дюк. Заказал эту игру в магазине PlayODT. И последняя игра на сегодня – это культовый Quake 2. Порт на Nintendo 64 максимально похож на версию для первой PlayStation, но с рядом отличий. Так, например, в этой игре отсутствуют напрочь видеоролики,
есть только карта с перемещениями по планете Строгос сержанта Биттермана и пара катсцен на движке игры. В музыкальном плане вместо забойных метал-индустриальных композиций от группы Sonic Mayhem мы слышим композиции Орби Ходжеса в стиле Dark Ambient с элементами индастриала, из-за чего музыка к порту второго Quake для Nintendo 64 по звучанию ближе к оригинальному саундтреку первого Quake для ПК за авторством Трента Резнера из Nine Inch Nails. Также Ходжес знаменит тем, что писал музыку для Quake 64 и Doom 64, которые мы уже рассматривали в прошлых выпусках. Однако, в отличие от первого Quake, порт второй части для этой консоли я не могу назвать успешным. Несмотря на Expansion Pack, а напомню, что это приспособление позволяет запускать на оригинальном железе игры с рядом графических улучшений, и Quake 2 это устройство поддерживает. В визуальном плане игра выглядит, на мой субъективный взгляд, хуже, чем на первом PlayStation. У врагов явно не хватает кадров анимации, из-за чего они похожи на каких-то эпилептиков. Ну и, конечно же, не самое удобное управление, что беда для большинства шутеров на данной платформе. Вот такое было мое первое постпраздничное видео на канале. Надеюсь, в ближайшем будущем у меня будет больше видео, посвященных видеоиграм. Ну а с вами был Барин, до новых встреч, дорогие друзья!